שלום לכם, שיהיה דברי תורה לנשמת כהנת רמי וזולם הרב מרדכי בן תמר וגם רבו שאול בן מלכה, אסכת המצרים דבורה, בת כל הנפטרים, גם לרפואת המצרים ורפואת המצרים, חיה רחל בת יפה, חיה אסתר בת תמר, הפלז'יים, הלכות תפילין, גברית, הלכת תג, החריצים דהיינו המחיצות שבין ארבע הבתים בתפילין של ראש צריך שיגיעו עד מקום התפר, דהיינו עד החלק העליון של התיתורה. אם אין החריצים מגיעים עד מקום התפר, יש להכשיר ובלבד שיהיו ניכרים החריצים עד מקום התפר, כדי שיהיה ארבע ראשי בתים נראים לעין כל. גברית הלכה שתו בוטצי צ'יטירי אדילן כתורונס תפילין יסט, רזרז דושן דחזיס פריאם דו אסנבניה תפילינה. יסט און נידחון, הוא גטוב, את תפילין תוז'י קשרני, но должно быть видно снаружи, что это четыре отдельных отделения. Поэтому, когда мы покупаем тфилин, есть разница в качестве тфилина, в качестве батим, коробочек для тфилина, куда мы вкладываем парашют. Если кто делает до конца, если говорит, то так тоже пойдет. Но разрез должен быть виден снаружи. Есть, которые делают с разрезом, даже можно туда листочек пронести. Есть немного там зазор. Следующий алаха. Алаха на муше мисинай ласот сурат шин болетет бебета тфилин шел рош. Алаха ле Моше ми Синай, то есть Бог сказал Моше на горе Синай, что на тфилине нужно сделать букву Шин, которая выпуклая Шин, с двух сторон. Ветерих ласо Шин шалош рашин ми мина мениях тфилин, бе Шин шел арба рашин ми смоля мениях тфилин. С одной стороны, с правой стороны Шин имеет три ветки, с левой стороны Шин имеет четыре веточки. Дальше говорит Алаха. ויש לעשות השין בכתב אשורי כמו בכתב בספרי תורה, תפילין ומזוזות, ומכל מקום אין צריך לעשות תגין בשין בבית התפילין, ויש מהדרין לעשותם. את השין דורשם בית נפיסין, תג שכך מפישם ספר תורה תפילין עם מזוזות, תקים זה שריפתם. תגים, קרון כקטור יש נבוק ואבאזן, זילד נאתם תפילין ילינית, הלכה גברית ניה אבאזן, נו יש כתור חתת זילד כך מורדנל מוצ'י, the best way, как здесь говорится, то тогда делают там тоже коронки на тфилине. Мы сказали, справа три, слева четыре ветки. И заключительная алаха на сегодня говорит так. Мицва лицбоа ора батим бецева шахор везеу ноя мицва шию гама батим шахорим. Мирва дарцуот ше цвиатан бешахор и алаха ле Моше ми Синай. Мицва покрасить этот домик для тфилина, коробку для тфилина в черный цвет, чтобы и тфилин, и ремешки были черного цвета. Ремешок черного цвета алаха ле Моше ми Синай, мы будем проходить, что запрет ремешков, он строже, да, даже чем сам тфилин, чтобы был черного цвета. Все должно быть черного на ремешке. Дальше гед алаха. Миколь маком, им ло цава абатим бе шахор, кишерим мин хаг Исраэль, миколь маком лицво абатим бе цева шахор. Даже если он не покрасил тфилин в черный цвет, эти коробочки для парашиот, батим, тфилин кошерный. Но straps, эти ремешки, они должны быть черного цвета, даже капли не черного цвета на них быть не должно. С двух сторон, да? Да, давайте. Вот тот раз вы говорили, что четыре отделения пишутся на одном листе, но они сгибаются. Вот это у основания там... Мы будем проходить с вами дальше, Моисеев, как вкладывается парашиот. На руке это одна длинная параша, на голове четыре отдельные параши. Баруха Дуна или Ола. Амин ве амин. Еще?